Пикники и прогулки по паркам вынудили власти региона ужесточить режим самоизоляции. Некоторые посчитали нерабочую неделю каникулами и свободно разгуливают по городу. Наш корреспондент Андрей Михайлюк решил убедить горожан соблюдать режим изоляции, вооружившись громкоговорителем. Южноуральцы до сих пор не соблюдают режим самоизоляции. Некоторые даже ездят на рыбалку. Мы же решили прокатиться по городу и призвать челябинцев соблюдать карантинные меры. Необычным способом. Подключаем кабель к телефону. Да, включаем пульт, настраиваем громкость. Внимание, внимание, уважаемые челябинцы! Во избежание заражения коронавирусной инфекцией необходимо ограничить пребывание на улице. Выходите на улицу только в случае крайней необходимости. Соблюдайте дистанцию. Некоторые рыбаки начали собирать удочки и уходить с места улова. Другие остались у лунок. Любители рыбалки не боятся провалиться под лед, а подхватить коронавирус тем более. Другим не рекомендую. Сегодня точно на этом озере я закрыл сезон. На озере 1,5 метра дистанции. Там ближе 5 ко мне никто не подойдет. На озере нет никого. Как никого? Вот наш товарищ. Так, мы же друг от друга сидим за 0,5 километра. А не боитесь заразиться? Нет. Вот вам сколько лет? Че? Мне 60. Так в зоне риска же. Ну и че? Помру, значит, помру. А на главной пешеходной улице Челябинска, Кировки, праздно гуляющих жителей пришлось поискать и даже за ними побегать. Чего не на самоизоляцию? Куда вы убегаете? Вы уже заболели? Смотрите, мы тоже умеем бегать, ну куда вы? Девушка, расскажите. Почему вы убегаете? Объясните, девушка. Вы что вы бегаете? Почему не на самоизоляции? Если тебе суждено заболеть, да, ты заболеешь. Так сказано Господом нашим Христом. Выпейте все, и будет все прекрасно. Как выяснилось, челябинцев на улицах почти нет. Нам попались самые невозмутимые и смелые. А мы все так же рекомендуем вам проводить время дома у телевизора. Андрей Михайлюк, Кирилл Иванов, ОТВ.